Губернатор Игорь Удыня провел совещание с руководителями муниципальных образований Тверской области, где были подведены итоги работы в 2019 году и определены ключевые задачи на 2020. В 2019 году в Тверской области наряду со всей страной началась масштабная реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Как отметила Игорь Удыня, все муниципальные образования Тверского региона активно включились в эту работу. В историю нашего региона этот уже год вошел как год начала реализации национальных проектов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что национальные проекты – это уникальный инструмент по масштабу и охвату решаемых вопросов. Успех национальных проектов в Тверской области определяется нашей общей командной работой, личной ответственностью каждого руководителя за достигнутый результат. Сегодня органы государственной власти, местного самоуправления, кто-то уже перешел, а кто-то еще переходит на долгосрочное планирование своей работы и применяют стратегический подход в логике уже наших национальных проектов, о которых мы с вами сейчас говорим. Участие в нацпроектах позволило обеспечить положительную динамику развития региона, значительно расширены меры поддержки семьи с детьми, увеличены объемы работ по ремонту дорог, созданию комфортной городской среды, формированию современной инфраструктуры в образовании, здравоохранении и коммунальном комплексе. Мероприятия по реализации нацпроектов будут продолжены и в следующем году. Демографическое развитие региона Игорь Удыня назвал ключевым приоритетом. Для реализации системной поддержки семьи и детства в Тверской области в этом году создано Министерство демографии и семейной политики. С 2020 года начнет действовать новый комплекс мер для многодетных семей. Субсидии на приобретение автомобиля, освобождение от уплаты транспортного налога, выплаты на приобретение школьной формы и другие. Мы формируем трехлетние программы по ключевым отраслям экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Вы прекрасно все знаете, что мы уже перешли с вами второй год на программу, трехлетнюю программу ремонта дорог. В этом году мы с вами принимаем трехлетнюю программу ремонтов и модернизации системы здравоохранения. По словам Игоря Рудыни, в текущем году в регионе произошла перезагрузка всей системы развития малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий и инвестиционных проектов. 2020 год должен стать периодом еще более результативной работы на каждой территории. Глава региона также отметил значимость предстоящего года, ведь в новом году будет отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Самое пристальное внимание необходимо уделить участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Ключевым событием года памяти и славы станет открытие Ржевского мемориала советскому солдату.